Ребята, всем привет! Делаю обзор капсульного отеля в Сочи. Аэроотель называется. Смотрите, местечко, конечно, очень мало. Вот. Два чемодана влезают. В принципе, это место двухместное. Есть еще у них одноместное, это двухместное. Ну, я могу спокойно взять и двухместное, если нет одноместных. Значит, двухместное стоит 4500 за 3 часа. Вот. Почему я его взяла и почему я рекомендую его брать? Значит, смотрите, две подушки выдают. Чистенькая простынь вот такая. Чарджер есть для компьютера. Выключатель. Чарджер для айфона. Вот. Вот одеялки есть. Простынка. Ну, как бы все есть, что надо. И связь интернет. Они дают свое, хотя в аэропорту есть бесплатный интернет. Значит, смотрите. Места есть одноместные, есть двухместные. Я взяла двухместное, потому что одноместных не было. Я не бронировала заранее, потому что аэропорт, на сайте аэропорта меня отправили вообще на какой-то левый сайт, который вообще не их сайт, а не знаю, чей сайт. В итоге я не смогла онлайн заблокировать, и они, значит, на сайте аэропорта доказывают, что бронь в порядке живой очереди, что не нужно бронировать заранее. Нет якобы такой опции. Прихожу сюда, тут у них QR-код везде висит. И написано, что можно бронировать, короче, заранее. Чего я не сделала? Ну, у меня хорошие отношения завязались с администратором этой гостиницы. Она мне быстренько нашла местечко. Двухместное. Вот 4500 за 3 часа двухместное. Одноместное, наверное, было половина дешевле. Ну, тут, вот видите, типа на двух человек. Вот. Ну, мне и одной тут прекрасно, и без двух человек. Вот. В общем, приезжает электричка из Краснодара, поскольку у нас аэропорт закрыт. Мы ездим на поезде теперь в Сочи. И почему я взяла вечерний поезд, который поздно вечером приходит? Точнее, он приходит рано утром. Он приходит в 2 часа ночи практически. Вот. В Сочи из Краснодара. И мне этот рейс лучше всего подходит, потому что, ребята, в 7:30 улетает самолет в Турцию. И он туда прилетает почти в 10 утра, пока забрали багаж, пока прошли через таможню. Уже 12, и начинается посадка на Даллас, самолет в 2 часа дня, то есть 14:00 на Даллас летит. И мне вот этот вот азимутовский рейс, который в 7:30 вылетает, он мне идеально подходит. Еще есть рейс Россия, авиалиния Россия, это дочка Аэрофлота. Он в 8 утра вылетает из Сочи, но мне билетов на него не попалось. Попалось азимутов 7:30, но даже он лучше по времени. Я уже так летала, если задержки никакой не будет в плане вылета, то прям четко вот буквально прилетели. Собрала багаж, у меня два больших чемодана. И быстро на уже посадку в Даллас. Вот. Ну, 3 часа сидеть в аэропорту с 2 часов ночи. Ну, даже с 2:30 до 6:30 нету никакого желания. Ну, даже до 6 утра никакого желания нет. Вот. А посидеть или подремать хотя бы, или просто полежать, а не сидеть в аэропорту, в таком отеле. Ну, мне $45, честно говоря, даже $50 не жалко, чтобы отдохнуть, зарядить. Мне сейчас надо зарегистрироваться на рейс на 1 и 2 через интернет. Вот чем я сейчас и займусь. Вот. Ну, в общем, такой вам этот самый сайт. На ссылочку на сайт я, если не забуду, я оставлю, где бронировать, потому что я сама не нашла. Пока сюда не приехала, я не знала, что можно бронировать. И есть какой-то сайт. То есть там он был, он указан на сайте аэропорта, сайт на якобы этот отель. Но когда вы идете на ссылку по тому сайту, попадаете вообще какой-то левый сайт, не их, где написано, что бронь онлайн нельзя сделать только через порядки живой очереди. Что он, на самом деле оказалось, это неправда. Бронировать можно и нужно. Это просто мне повезло, что, во-первых, двухместный номер, правда, только был. Ну, вообще то, что он освободился, потому что людей, желающих, много. И на стойке была надпись «Извините, но мест свободных нет». А тут раз освободилось место, я его забрала. Просто повезло. Все, пока, до встречи.